В рамках государственной программы инфраструктурного развития Нурлужол тепловым сетям из Каменногорска были выделены кредитные средства из Национального фонда на строительство, реконструкцию и модернизацию системы теплоснабжения. То есть это основной крупные инвестиции у нас сложились по программе Нурлужол. Это 56% капитальные ремонты тепловых сетей, капитальный ремонт котельного оборудования, электроснабжение производственных объектов, выполнение мероприятий по энергосбережению. Так, на выделенные средства были построены магистральные сети теплоснабжения от котельной номер 2 до 19 жилого района. Реконструирована насосная станция по улице Лениногорская номер 1. Проведены трассы теплоснабжения в поселок Ульбинский. Подрядным способом у нас выполнена замена трубоконнективного пучка котла агрегата номер 2, ремонт тепловой изоляции газоходов и воздуховодов, ремонт дегенерационной установки и ремонт здания котельной номер 3. Вместе с тем в котельной номер 3 проведен ремонт электрооборудования. Специалисты говорят, что автоматизация технологического оборудования позволяет вести удаленный мониторинг и регулировку показателей работы насосной установки сетевой воды. Это значительно совершенствует работу тепловой станции. По словам технического директора предприятия, котельные на 90% готовы встретить грядущие холода. Работы ведутся согласно срок. Многоквартирные дома готовы на 76%, частные – на 30%. Образовательные учреждения у нас готовы на 80%, больницы – на 40%. По словам специалистов, если в течение 3 дней температура воздуха будет ниже 10 градусов, то в дома придет тепло.